Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко. И вот Лукашенко, пребывая в логистическом центре, отвечая на вопрос какого-то так называемого мигранта о том, что они хотят попасть в ЕС, сказал вот такую фразу: это ваша воля, пройдете — идите. Вы вдумайтесь, Лукашенко одобрил и благословил этих мигрантов на то, чтобы они, так сказать, прорывались в ЕС. Если удастся им прорваться, пусть идут, так заявил Лукашенко. Это просто вызывает или смех, или печаль, или что это может такое вызывать у нормального человека. Считают, что это полнейшая дурь. Это на мой взгляд. А вот вы как считаете? Напишите в комментариях.